Давай запис... Так, что-то не записывается. Давай заново. Двадцать минут. Только больше времени потратим. Я вам все рассказываю. Это у нас верстаки, чтобы что-то крафтить. Но это у нас пожарная клизация. Смотрите. Это у нас печка, чтобы вот варить. Вот рыба, смотрите, вам покажу. Не хочу я потом сейчас. Это у нас печки. Это у нас все, это рабочие работают. Так, это у нас бочки, ну и это все такое, смотрите, вы знаете, вот. Все, вот по классе. Это у нас пожарная, ну, чтобы, если пожар, отсюда выходи, ну и все так, заводы. Я удочку словил такую, очень ценно. Я еще палку ловил, не знаю, я седло словил. Не знаю, зачем мне седло ловить. Это лодку свою потерял. Вы знаете, что это полезно? Ты что, палку нашел? Если что, это не моя палка. Пригодится палка. Если я словлю, знаете что? Если я словлю изумруд, я буду счастлив. Счастливый я буду. Просто не представляете. Давай ловить рыбу. Фугу словил. О! А эта удочка хорошо справляется. Сейчас последний раз с ней. Да, ну то хорошо, блин. Ну давай эту. Я же, это лучшая удочка. На терпение. Ну что, не попадаешься. Ты плаваешь, иди домой. Нигде не плывет рыба какая-то хитрая. Изумруда. Я ракушку еще словил, которая стоит, знаете, 5 изумрудов, которые стоят. 5. Ну, я... Хорошо надо выживать и с воды себе можно... Ой. Я не очень сделал плохо. Плывет отсюда, плывет. Не знаю, как ловить, но ветки попадаются из деревьев. Давай, кто-то плывет. Кто-то плывет. Нет, хрюшка делает. Какие рыбы. Удочка опять, да сколько этих зачарованных удочек у меня, да их, представляете, сколько. Вот, о, сколько рыбы. Чё у меня две рыбы сразу, что ли? А чё у меня селёдка? Чё за рыба у нас селёдка была? Если я здесь ловлю удочку, я и так ловлю удочку. Ботинки. Так, что я сейчас ловил? Вы не помните, что я словил?
ты здесь ловил? Непонятная вещь какая-то. Ты все можно словить. Кажется, это были ботинки. Я их... Я кожаные ботинки по-любому надо достать. У меня 21 рыба. 21 рыба. Простая. Мне не нравится такая рыба. Сейчас покажу, какая мне нравится. Сейчас достану. Сейчас достану ее. А где эта рыба? А вот она. 11 таких моих рыб. А рыбу фугу я обожаю. Она жалится. 3 рыбы фугу. 3. Мне не хочется. Я с этой удочкой. О, блин. Ну давай последний раз. Чего уверена. Ну и дальше давай ловить. Блин. Терпение. Рыба, рыба. Это рыба фуга. Давно рыбы фуга не было. Что они здесь плавают, не знаю. Здесь мало рыбы фуга. Их редко здесь встретить. Что я живу на севере. И у меня рыба фуга ценится, как-то говорится. Ясно, Опять рыбы фугу. Сколько рыбы фугу стало много? Вот скажите, где много рыбы фугу? А это была моя любимая рыба. Вот надо ловить каждую рыбку. Я не очень, не радостно. Да, это не моя любимая, но это на всякий случай. Рыба может сразу 2 выпасть. Косточкой может. А косточку тоже можно достать в море. В море можно и дерево такое достать. А я что сейчас достал? А? Это что еще? Вкусно что-то было. Очень неприятно. Как же мне нет? Я этой бы никогда не ел. Что я в море ловлю? Я когда кожаные ботинки словил. Кожаные. Зато у меня дома есть кожаные ботинки. А что? Зато как... Еще у меня шапку словил. Шапка — это хорошо. Моя любимая рыба. Дальше. Вот. Кажется, рыба фуга будет. Вы серьезно, да? Или кто надо мной смеется? А? У меня косточка, а? Никто не хочет посмеяться. У меня косточка. А, это что? Нет. Сейчас я буду. Подожди-ка. Сейчас я на паузу поставлю. Ну, уже рыбу не надо ловить. Я знаете, что ловил? Кожу словил. Которую коровку надо побить в Майнкрафте. Блин, промазала. Что-то очень далеко. Я кидаю. Я рыбу фугу словил. 8 тебе рыбы фуги. Вот что-то рыбфугу нету здесь у меня. И она у меня ценится. Я же вам говорил. Я же говорю, что рыбфугу сложно добыть.
никого не продам рыбу-фугу за дешевые деньги. Вы видали кожи? Две кожи теперь у меня. Две кожи. Я еще книгу словил. Зачарованную. Не знаю, что за книгу. Вы там разбираетесь? Я какую-то рыбу словил. Нет. Это невозможно. Плюс последний. Еще 5 раз рыбки. Давай наловим. Так, ну где рыба фугу? Надо посмотреть, где много рыбы. Фух. Ну никто не хочет. Че рыба? Рыба нет. Так, что я сейчас ловил? Пузырек воды. Вы серьезно? Вы серьезно? А? Или кто это сделал? Вы серьезно? Это как? Пузырек воды? Ох, да в море все можно словить. Да, вот, я смотрю, можно даже трезубец даже, вы знали? Трезубец. Можно арбалет. А можно пирата, знаете, таких разрушителей? Я снимал ролик. Ну, такие разрушители, знаете? Разрушители, как там называется? И у них такой флагик, ихний флаг. Я такой флаг могу словить, представляете? Такой флаг тоже можно. Представляете? Это очень круто. Да это редко найти в море. И рыбу. И можно очень редкое дерево. Здесь можно все словить в этом море. Даже изумруд. Только он не попадается в меня. Рыба фугу, да. Как я обожаю рыбу фугу. Но не очень. Все, надоело. Это рыба. Все, нет. Посмотрим, что у нас внизу плавает. Да, где здесь рыба фугу? Они что, не плавают? Понятно, что их долго нету, рыб фуг. Значит, рыбу фугу мало в этом озере. Их найти мало. Вы представляете, рыбу фугу очень редко здесь найти. Рыба фугу ценится. Рыба фугу ценится. Вы знали? Ее так сложно добыть. А это что у нас? Так я не хочу рыбу фугу есть. Это невкусно. Это надо... Если ты хочешь. Ладно, пузырек воды. Теперь дальше идем на обработку. И сделаем так, чтобы было полезно есть рыбу. Давай пожарим некоторую рыбу. Кто любит? Так, рыба фугу нет. Давай вот такую рыбу пожарим. Много рыб таких будет. Ну и лаву. А где лазуртарт? А что, эту рыбу нельзя? Вы чё? А что с печками? А, понятно, понятно. Так, рыбу фугу нельзя. Топливо. Ничего не пойму. Кажется, просто ни огня нету. Ну, давай так сделаем. Рыбу фугу. Теперь мы должны...
сколько у нас на еду? Все правильно посчитано. Ну вот и завод у нас получился такой. Два рыбы фугу напоследок съедим. Нет-нет. Неплохо стало. Помогите. Ой, как хорошо стало. Прям все кружится, прям все кружится. На улице хорошая погода. Сумну. Все, ну пока, на этом все, пока. Пока мы сегодня сделали завод рыбы. Ну как вам, понравился сегодня завод рыбы? Мне понравился. И смотрите, что я словил. Много чего. И забор словил. Забыл сказать. Молоко. Ну на этом все, пока-пока. Всем пока-пока.